Ох, не нравится мне это место. Все какие-то крайности. Либо в заднице, либо в дерьме. И на кой черт я спустился в подвал этого дурдома? Так, посмотрим, где я. Уже в тюрячке. Ну да, вот про это я и говорю. Все какие-то крайности. Либо зэк, либо пси. Выбор, как всегда, невелик. И где вообще тут выход? Куда пошел? Куда-куда? На выход. Ну как, клево по дерьму таскаться? Да я это уже вторую игру подряд делаю, значит скоро точно найду истину. Обломись. Вот с***. Вот я и на свободе. Теперь уже ничто, ничто не сможет меня остановить. Ведь от человека, который прошел дуркую тюрьму, можно ожидать только худшего. Что это? Осторожно, хомяки-людоеды на свободе. На самом деле местным людям нужно бояться не хомяков, а штопора, который теперь снизу не мужчина, а женщина. Ведь он обижен на весь мир, и это делает его чертовски опасным. И для начала нам нужно разжиться каким-то оружием. О, глушитель, походу, я уже нашел. Кись-кись-кись, а ну иди сюда ко мне, мой глушачок. Ковер на полу, классика. Нужно было еще на стены повесить для полного погружения. Я вроде как вовремя, потому что на столе стоит чей-то обед. Пицца и огненная вода, что может быть лучше? Ну и на кой черт я к плите полез, ведь кухарка из меня никакая. И как потушиться? Ведь золотой душ я себе теперь устроить не могу. Нужно как-то на руки встать, чтобы фонтанчик получился. А черт, потушите меня кто-нибудь! У меня получилось, на мне ни капли, а вот ковер просан капитально. Хотя на запах от него, я думаю, это не повлияет. Теперь наведаемся в гости к соседям. Что здесь происходит? Похоже, между ими проскочила искорка. Чё надо? Я тебя не приглашал. Жаль, нет бензина, я бы разжег в них настоящий огонь. А вот это, кстати, мое приглашение. Хочешь поближе рассмотреть? Не хочешь? Я так и знал. Поэтому пойду у тебя на кухне все рассмотрю. Осмотрю, в холодильнике пошарю. Что за фигня? Что они сделали с бедным жирафом? Мухосранская живодерня? Чего? Приносите к нам своих маленьких друзей, и мы их усовершенствуем. У меня котяра и так все в кровь разрывают. Если его усовершенствовать, он отрывать все будет. Классный пентхаус. О, и чаевые мне тут оставили. Наверное, специально, чтоб я хату не громил. По телеку какие-то девки в купальниках яростно хлещут друг друга по заднице. Что там разорались-то, а? А ну давай по углам, как мыши попрятались. Может, потише хоть будете? Что это? Волына? Ах, вот какой ты сюрприз мне готовила. А ты тут что, под дверью подслушиваешь, а? За свою подружку переживаешь? Да ты не боись. Ведь у меня инструмент временно недоступен. Что за черт? Это птичка кропает? А я думал, у небесной канцелярии канализацию прорвало. Прощай. Будешь мне еще тут гадить на голову правильного пацана. Ему и так по жизни не повезло. Главного ищу! Вы что, ослепли или не видите? Я занята. Что, серьезно? А вот так? Поверь, ты и глазом моргнуть не успеешь, как я тебя освобожу. Ну вот, я же говорил, теперь она свободна, как ветер. А мне придется искать кабинет директора самому. О, сортир, тоже сойдет. Дом какой-то заброшенный, и как туда попасть? О, подвал. Обычно в подвалах происходят самые жуткие вещи. А тут вроде ничего. Что там за звуки? Чем они здесь занимаются? Что, не видишь? Я убираюсь. И ты убирайся. Уборщик в костюме? Это что-то новенькое. Ноги вытер. Алло! Да, собственно, без проблем. Как насчет того, что я сделаю это об твою ебану? Опять сортир. Мне б так в реале на сортир везло, когда после арбузика на прогулку выйду. И кстати, куда убежала моя половая тряпка? Я вызываю милицию. Да-да, конечно, вызывай. Я как раз к ее приезду здесь закончу. Тем более, что здесь огнестрельное оружие чуть ли не в каждой комнате. Ну так что, где там полиция-то? А то я уже устал ждать. А, вон, в дверях застрял. Да беги, штопор! Беги! Что, серьезно? Вот так вот возьмешь и отпустишь меня по-братски? Спасибо, братан, если что, я запомню. Когда приедете ко мне на вызов, я убью тебя последним. Опять толчок.
привет. Я мыла полы не для того, чтобы ты их засирал. Чё надо? Значит, девочки с дубинками. Погоди, я сейчас тебе свою дубинку покажу. На, получай, агрессивная особь. Что, не ожидала такого поворота? Я, конечно, и сам не ожидал, что это говно достану, но оно эффективно. Так, погоди, надо все-таки какую-то другую пушку взять. Глаза разуй. Эй, ты красавчик. Красавчик, говоришь, да? А как назовешь меня теперь? Все, вроде шарики с роликами на место встали. Вот это правильное решение. Ведь моя палка-вразумлялка поможет тебе принять верное решение, даже если ты самый упертый сукин сын на планете. Остановите козла! Бежать, кому говорил! Эй, секундочку, а что я сделал? А вот про козла ты, конечно, это зря. Стой, стрелять! На тебя нападает агрессивный полицейский. Какое же оружие нам взять? Ну, конечно же, ножницы. Я же гребаный стилист, а не психопат-убийца. Что там вообще происходит? Похоже, этот город сам очищается от ненужного мусора. Ладно, пришло время вступить мне. Ну как так-то? Сам главный санитар леса и находится в сторонке. Непорядок. Вот примерно так и должен выглядеть район штопора. Штопор пришел домой, штопор ушел из дома. Только жмурики одни остаются. Это вроде активисты какие-то. Интересно, что они хотели? Хотя, с другой стороны, какая разница? В любом случае, результат был бы такой же. Ой-ой-ой, похоже, это уже перебор. Да тут у нас веселье полным ходом. Ребятки устроили шопинг и танцы. А ты как туда залезла? И главное, зачем? На весь район, что ли, хочешь прославиться? Или свои ютубы с тиктоками снимаешь? Ведь это чуть ли не на каждом углу теперь. Что я опять сделал не так? Жорика, что ли, прокурорского потрогал? Так, все, пора сваливать. Хотя кого я обманываю? Как странно, почему система пожаротушения срабатывает от обычной спички, но не срабатывает от реального пожара? Похоже, местного бюджета хватило лишь на то, чтобы система срабатывала лишь от спички. Какого черта здесь происходит? Система от пожара не срабатывает, огонь она не гасит, и самое главное, мочой я себе потушить не могу. Вот это действительно проблема. Осталось только проверить последнюю теорию. Ну давай, туши меня полностью. Что за чертовщина? Если так и дальше пойдет, то штопор будет точно тушеный. Или мне, наверное, меньше огненной воды нужно пить? Ой! Привет, дружище! Спасибо за просмотр! Оставляй свой комментарий. Если понравилось видео, то ставь лайк и, конечно же, подписывайся на канал. Также поделись этим видосом с друзьями, вдруг им тоже зайдет. Если ты хочешь увидеть здесь прохождение по своей любимой игре, обязательно напиши мне об этом. И когда закончится этот длиннющий, мать его, список для прохождения, я обязательно запилю видосик по ней. Быстрее всего ты даже на пенсию выйти не успеешь. Хотя если ты живешь в России, то к тому времени ее уже отменят, поэтому на твоем месте я бы не парился. Короче, ладно, это был Postal 2, штопор жжет, а у микрофона, как всегда, Дюрген, поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!